Внимание! Говорит стадион «Металлург». Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня в матче 1/128 финала розыгрыша Кубка страны по футболу встречаются команды «Металлург Выкса», «Металлург Липецк». Прослушайте составы играющих сегодня команд. Наши гости, футболисты Липецка, выступают в следующем составе. Вратарь Иван Скрипник, номер первый. Номер второй Алексей Рыбин, капитан команды. Номер 18 Артем Добролович. Номер третий Андрей Ширяев. Номер пятый Александр Викторов. Номер четвертый Евгений Барбашев. Номер 11 Сергей Слепунков. Номер 15 Денис Поярков. Номер 10 Андрей Овчинников. Номер 6 Сергей Чернышов. Номер 7 Дмитрий Картава. Главный тренер команды Сергей Машнин. Тренер Владимир Рогачев. Команда «Металлург Выкса», цвета черно-белые. Вратарь Александр Давыдов, капитан команды, номер 97. Номер 18 Антон Никифоров. Номер 8 Сергей Макаров. Номер 23 Дмитрий Паулин. Номер 17 Олег Быков. Номер 3 Аркадий Имретов. Номер 7 Денис Колин. Номер 11 Николай Кабаев. Номер 9 Алексей Ковалев. Номер 20 Виктор Имретов. Номер 29 Александр Павлов. Главный тренер команды Дмитрий Голубев. Тренер Андрей Лысов. Начальник команды Олег Никулин. Сегодняшний матч судит бригада арбитров в составе. Судья в поле Александр Ксенофонтов, город Ступино. Судьи на линии Сергей Трошин, город Серпухов. Рустам Равилов, город Саранск. Резервный арбитр Александр Шаин, Нижний Новгород. Инспектор матча Лаврухин Сергей Сергеевич, город Москва. Давай, Дюжи!
Они уверены. Нет, они знают, они могут как поставить прямо. Вчера не было ничего. Эти пришли звери, Халк там этот Сашка, и все звери, я им пасовал. И Руслана выиграли. Я сюда еду встал. А из сколько? Сколько играли? 5 на 5. Я рад, что ты потренировался. Надеюсь, это приобрел опыт. Давай, один. Он, наверное, второй.
Ром хотел, говорит, блядь, флажок-то бросить. Да, а я его в этот, блядь, посадил один раз. Он у него встал нахуй, он Ромка, на той стороне. Блядь! Стал комментировать там всю игру. На той стороне стоит и громко комментирует. Даже, блядь, наш... Из них вот денег, блядь, более-менее. Никто такие нахуй, что ли. А я Бабаур, сын, что ли, надо, сын? Кто же ебанет такие, блядь? Вот эти, бывает, блядь, такие же, такие репы. Орву, блядь, хуй, блядь. Репы такие бывают. Да ты чё, блядь? Да, а вчера снова смотрел. Да, вот было это. Чё, нарушение? Нет. Нас, блин, покажут. А может, в это было? Сейчас плати, посмотри, сейчас не постой, посмотри. Был пенальти, нет? Ты, конечно, не постой, прыгай. А то... Откуда он, блядь? Вот вышел на замену, начинает, блядь. Да, сейчас надо, блядь, еще посмотреть. Там он играл, нет, блядь. Вот, минут 15, блядь, вот. Нахуй это? Нахуй это надо, да? Что это такое? Все, они гранды, блядь. Цепляйся, где ты, Там какого-то, не могу сами даже сказать. Он был, это...
тренировал, блядь, вторым был, блядь, какой-то там солидный, блядь, вторым был постоянно. Первый раз на облик, блядь, первый. Рядом, блядь, столба стоят, нахуй, ну, блядь. А не задача какая-то, не дальше есть. Блядь, на месте, надо есть. Куда ты? Теперь вот поеду в Бузовик, Оренбург, там вот на следующий играет, да? Нет, 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 нет
играешь-то? Вот, давай. Стрелять, блядь. Я его как-то охранник еще сделал на молоко, он там охранник. Он уже что-то снимался, или Ah, yeah.
Внимание! Гол в ворота команды «Металлург Выкса» забил Дмитрий Картало, номер 7. Давай,
Go! 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 Go!
Эй, мятау!
там и сказал, раз это все правильно сделал. Нет, я убежал в этом. Да, выпрямился. Нет, там защитники, блядь. Они Поехали!
Внимание! К основному времени первого тайма добавлена 1 минута. Первый тайм окончен.